Приветствую всех любителей игр, с вами Срок, я продолжаю играть в Valiant Hearts The Great War, это же второй выпуск. Что, продолжим? В предыдущем выпуске я разорвал флаг клочья. Да, я как бы сейчас... Вы видели, что будет сейчас, я могу даже пропустить, потому что вы в предыдущем выпуске видели, я немного подзабыл. Эмиля взяли в плен. Сейчас командир попросит ему поесть, принести. Пожрать тебя, тварь, да? Ну ладно. В германском лагере, в Нем-Шапеле. Где жертва? Нужно жертвы и собаки. Ага, так. Что за рубильник? Это сын его. Ага, вас спрашивают, где дочка. Так, что у нас здесь? Письма с фронта. 8 миллионов пленных. Честь тебе. Так, это битва при Нек-Шапель. Гарвальские стрелки. И взрывчатка. Что нифига нету, я не понял. Фотография. Так, сначала нужно нам открыть воду. Есть теперь. Включаем. Опускаем сосиски. Вроде-то хлебка готова. Тащим ее к генералу. Еще откуда будет обстрел. Не успел я, не успел. Все тихо, бежим, 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 бежим. Опять не успел. А, нет, успел. Я в заваленных, судя по всему.
собака откопала меня. Это клево болит. Собака спасает нам жизнь. Что теперь? Все разрушено. И с этим всем дальше мне играть собака. Я немца. Говоришь, ты на дирижабле. Дирижабль уже спетлял. Тут нам надо. Берем бутылку. А там, судя по всему, на этом гранат. Ага. Теперь нажимаем Alt, переключаемся на собаку. Ага, вот она как. Вот он. Таблет рычаг. Поднимаем это хрень вверх. Идем дальше. Да, игра очень не нравится так. И по всему нужно брать еще бутылку. Мы это еще посмотрим. Снаряды. А, все понятно. А, вот. А, ну идти реально на бутылку. Да, я понял, как это делается. Бутылочку взяли, побежали. Ай, не попал. Нам нужно еще раз. Так. А, не о, все, рычаг. Так, теперь перед. Ну, я же переключался на собаку.
И что это за херня была? Бежать нужно опять назад. Ребята, ну я, короче, видел, как нужно сделать. Вот, нужно вывести снаряды. Я правильно сначала пошел. Взяли. До конца тащим, тащим, тащим. Кони, съезжай. Ага. Что-то здесь нету. Ну все правильно, пока снаряды будут катиться, должен успеть перебежать. Ну я перебежал как бы. Можно теперь держать рычажок. Опа-на. Что теперь? Ого, писец. Да, нужно мозги напрягать, конечно. Так, собака в норе. А, вот она будет. Все понятно. Ты идешь или нет? Нифига себе. Вон она. Там снаряды. Лучше не рисковать. Ну-ка, че? Собака уже здесь. Продолжаем ход. Здесь у нас ничего, да? Или чего? Ничего. Пока что не нашла, а? Косточка. Отлично. Пожрать-то себе она нашла. Ага. Эту косточку мы сейчас кинем. Так. Полезли вверх. Крест. Там дальше снаряды. Попробовать косточку кинуть. Снаряды, что ли? Или тут уже проход открылся каким-нибудь чудом? Нет. Так, ложи косточку. Да, есть. Прокопали путь.
Хорошо. Отлично. Так, это у нас колбаса. Так, я понял, да? Дурная, ой, дурная. Нет. Несколько минут до этого, по другую сторону фронта. Первый лёгли за американца. Так, ну это уже как бы второй персонаж, но судя по всему, третьего мы уже узнали. А вот четвертый, что ли, собака? Ну посмотрим. Так, погнали. Так, что-то я не домыслил. Ага, блин, это и было понятно, сейчас все будет. Замедляет наш шаг. Есть, ну вылазь. О, хорошо, хорошо. А, убили меня. Ладно. Быстрее! Прылась это. Так, есть я уже под. Ну, все, выезжали, выезжали. Хорошо. Сорвал я колючий провод. Так, тут уже грязи по колено, пулемет. Успеваю я добежать. Перезаряжаться, надо бежать, бежать, бежать. Он просит, чтобы мы заложили взрывчатку. Нефиг делать. Ага, нет взрывчатки. А, нужно кидать. Ловил, красава. Ага, вот что он показывает, понял. Нужно два. Два, три, два. Два. Три.
Это как выйти кинял ты. Судя по всему, наверное, корова здесь. Лучше больше зерна тут нет. Вот. Другой базар. Ну почти все. Можно заряжать. Он петляет, а мы взрываем. Да. Выполнено. Мы еще все пожечь по земле кинжалом. Вот собака. А, вот. Вот мы видим, что расходил 5 минут назад. Теперь уже с пушки. Огонь. Степа, помочь? Да, нужно перерезать. Перерезаем. Все. Собака освобождена. Вроде целости и сохранности. Ну, теперь ему нужно еще и ноги перерезать. Действуй. Не ноги перерезать, а цепь на ногах. Так, он типа как надо разорвать резкий фах. Это ищет сына. Он с... А, они теперь вдвоем будут искать сына у этих немцев. Все понятно. Мы в Бельгии. Ипре. Ага, следы. Сливоточивый газ. 22 апреля 1915 года. Да, немцы впервые использовали любой газ. Газа мочат немцы, что и что делать? Что делать? Так. У нас первого газа, так и видим, какие маски у них были в первого газа. Вот так вот. Туда я зашел. Мы только что смотрели. Битва при Ипре. Про собачек рассказали нам. Собака полезла. Так. А, газ закрылся. Все. Идем дальше. Открыт новый дневник. Ну, дневники мы читать не будем. Кому-то интересно, пишите дневники, пишите в комментарии, конечно, я уже буду оставлять. Так, а нам нужно что-то принести.
Сюда нужно какой-то коробок. Под низ вот есть совсем голова очень какая-то вот. Отлично. Шарик нам. Нет, медальон. Все вверх поняли вы. Теперь у нас, если бы всю собаку опустить, опускаем пса. Так. Что теперь? Зовем собаку к себе, не катит. Ну все, друзья, приказал собаке слезть. И теперь, что теперь? Так, теперь нужно поднять. Поднимай. Оп, молодец. Опускай. Ой, умница. Так, теперь. Ух, тут система. Пока тут никак не задействует. Так, что у нас дальше? Так. Да, вон какая-то секретная находка, нужно забрать. Смысл в чем, я таки не понял. Ага, нужно.
нужно закрыть, что газ не шел. Забираем подсказку. Сидеть так, чтобы газ выходил наружу. Вот, закрыли. Чтобы не было путей. Тоже не хочет. Еще нужно одно. Так. Бежим сюда. Нет. Ага, как мне вылезть. Сказок нет. Фу, что делать, что делать, что делать? Есть подсказка. Ага. Ну вот, я допетлял как бы немного. Теперь опускаем. Тащим. Это все сюда. Так. Трубу перекрыла. Все. Оно двигается, все заливается. Все, газа нет. Мы это сделали. Ничего себе, даже лестницу проложили. Вперед. Дирижабль где-то рядом, да, судя по всему? Мины скидывает на нас. Это мины с газом. Нужно быстрее петлять. Ага, мы умерли, только я не понял почему. Так.
быстрее, быстрее. А, вот, тут развалины. Бежим. Я не видел в прошлый раз развалины. За мной. Бежит наш друг. Вот ведро нужно взять. Так, собака что-то нашла. Ставим. Вот. Садись. Я отвезу тебя домой. А что он? Тут наш друг опять бежит, показывает его. А, он просит о помощи. Ли, садись, садись. Косточку дай-то. Молодец. Пролезли. Бля, косточку выручаю. Спасаем. Есть. Спасен. Я забыл, как его звать, конечно, простите, память мне. Просит перерезать. Третья вещь еще три. Люсимины. Капанка, панка, панка, панка. Пошли, 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 пошли. Есть, выходим. Нифига себе. Кто с ним едет? Сильная, конечно, картина получилась. Амма! Судя по всему. Так, выйдем. Невель. Сен ва. Ва. Аст. Ага. А нужно управлять. Интересно. Самолет нас обстреливает. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой. Мины. Спокойно. Да, машина наша дымится уже. Держимость пролета. Она нас преследует. Мины. Машина все больше и больше начинает дымиться.
нас все больше и больше обстреливают. Так, самолет, а это дирижабль нас уже обстреливает. Опасность, опасность. Скидывает сильно, и он уходит, выжил. Нужна аптечка. Ну, этим, думаю, закончим мой второй выпуск. Валиант Хатс Загрет Вар. Увидимся в следующем выпуске. До скорой встречи, с вами был Срок, всем пока.